Все пострадавшие описывали в полиции практически одну и ту же ситуацию. Они размещали в сети объявления о продаже сельскохозяйственной продукции. Когда с ними связались покупатели, то те запросили номер банковской карты. А затем под предлогом оформления финансовых документов просили назвать им код из поступившего СМС-сообщения. Затем со счетов пропадали все сбережения. Со счетов заявителей пропали 62,8 тысяч рублей. В рамках межрегионального взаимодействия было установлено, что ниточки от этих хищений тянутся в город Рязань. Оперативники Управления уголовного розыска МВД России Рязанской области провели специальные технические мероприятия и выяснили, что к выводу денег причастны двое рязанцев в возрасте 19 и 22 лет. В ходе расследования были выявлены еще два аналогичных эпизода – похищение 60 тысяч рублей у жительницы Астраханской области и 85 тысяч рублей у жительницы Владимирской области. Засаду для двух аферистов подготовили на парковке одного из гипермаркетов на окраине Рязани. Захват провели быстро. У мошенников не было никаких шансов скрыться. За что задержаны? Был задержан за мошеннические действия. Совершен на сайте Авито, представлялся покупателем скота и обманывал людей на деньги. В отношении злоумышленников возбуждено еще два уголовных дела, по которым предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Максим Яковлев, телекомпания «Город».